В течение этой недели я каждый день учила выжимку свою перед школой, после школы, просто потому что, чтобы хорошо прям этот текст уложился у меня в голове, мне реально лучше учить постепенно, потому что я беру еще тот факт, что на защите может быть какой-то стресс, а я не хочу во время презентации своего проекта как-то запинаться, мямлить, проглатывать слова. На самом деле, я не боюсь вот этих вот выступлений перед публикой, мне наоборот в кайф презентовать свой проект, особенно если я разбираюсь и вот так вот шарю в теме, мне даже этого хочется, я жду субботу. Но, тем не менее, любые бывают ситуации, мало ли что завтра произойдет, и лучше я этот текст вызублю вот настолько, что разбудите меня ночью, я вам буду рассказывать этот текст без запинки. Я на самом деле хочу выучить свой проект так, чтобы не подглядывать в выжимку вообще. Нам разрешают во время презентации держать в руках какой-то план, какую-то выжимку, какой-то текст, чтобы подглядывать, но я хочу этого не делать. Сейчас я вам хочу рассказать способ, как подготовиться к ЕГЭ эффективно, а всего лишь за 45 дней. Да, к сожалению, до ЕГЭ осталось именно 45 дней. Недавно я познакомилась с закрытым клубом «Аристотель», ему уже 7 лет. Каждый год они запускают подготовку к ЕГЭ за 45 дней по русскому, математике, физике и биологии. Немного про формат. Почти каждый день в чат приходит видео от преподавателя с заданиями и теорией. В течение дня вы все это выполняете, и в конце дня вам звонит преподаватель, и вы выбираете все эти задания, причем он отвечает на все-все ваши вопросы. В день экзамена утренний звонок и разбор вариантов Дальнего Востока. Кстати, в прошлом году очень много заданий совпало. Что очень важно, преподаватели всегда на связи, 24/7, ответит вам на все ваши вопросы. Просто поймите, всего за 45 дней вы подготовитесь хорошо к экзамену, повторите весь курс дисциплины, увеличив свои баллы. По моему промокоду Лина вы получите скидку в 15%, а если приведете с собой друга, то скидка будет составлять 25%. Первый старт уже 14 апреля. Переходи по ссылке в описании, там будет сайт школы и залетай на обучение. Учеба с Аристотель – это не скучно. Доброе утро! В этом видео я вместе с вами буду готовиться к сдаче своего проекта и непосредственно вы его сдавать. Кто не знает, во многих школах есть такая практика, то что в 9 классе и в старшей школе, то есть 10-11 класс, ребята обязательно должны сдать проект. И моя школа это не исключение, тем более у нас еще есть такая штука, как вариативный аттестат, то есть оценка за проект вносится в аттестат и непосредственно влияет на общий балл ученика. Я сегодня не пошла в школу, потому что совмещать подготовку к проекту и учебу это просто невозможно, правда. А проект я взяла по истории изначально, на самом деле, потом моя тема немножко перетекла в обществознание, поэтому у меня проект по обществознанию на тему, почему люди не доверяют науке, и в нем, на самом-то деле, я, конечно же, выявляю причины недоверия к науке сегодня, также затрагиваю тему антинаучных теорий, там теория плоской Земли, теория полой Земли, и классифицирую основные лжи науки. Нумерология, астрология и далее по списку. И помимо того, что завтра у нас защита в школе в 9 утра, я должна буду презентовать свой проект, в конце мне будут задавать вопросы, на которые я должна ответить. И по моему проекту могут задать очень много сложных вопросов. Мне их обязательно нужно ответить, чтобы получить 5 за проект. Поэтому на сегодня у меня очень-очень много дел, и ничего у меня не запланировано, кроме проекта. Вот сейчас 12 часов дня, я даже выписала все свои задачи в ежедневник, потому что если бы у меня вдруг не было ежедневника, то просто каша в голове, либо я что-нибудь забуду 100%. У меня еще такая ситуация, что куратор, с которым я пишу проект, на него налагается множество задач, которых нету у остальных учителей, и какие-то вещи, которые должен был делать он, приходится делать мне. Если вкратце сказать, то сейчас
то у меня как бы из чего проект состоит? Есть основной текст проекта, который у меня сейчас, он уже написан, мне его нужно только отредактировать, там шрифт, абзац, также поисправлять ошибки, я его должна буду отправить заучу. Также мне нужно будет сейчас написать аннотацию, в которой будет приблизительный план моего проекта, цели, задачи, моя фамилия. Презентация у меня готова. А еще существует выжимка. Выжимка — это непосредственно текст, с которым я выступать буду завтра в 9 утра в школе. Выжимку я написала буквально на днях со своим куратором, и мне ее нужно будет сегодня хорошо выучить. Еще помимо вот этой вот какой-то письменной работы, я бы хотела посмотреть какие-то лекции на Ютубе касаемо моего проекта, чтобы ответить на вопросы. В общем, дел невероятно много, и я хочу начать с того, чтобы подправить свой проект, и потом уже приступлю к тому, чтобы учить выжимку. В общем, будем решать проблемы по мере их поступления. Давайте приступим. Дня, сейчас 4:20, я их принесла спустя 17 минут. Просто спасибо большое, что собаку вообще приняли. Бонни сегодня станет гламурной. Вот что это? Затихуашка! Чихуахуа! Смотри на себя! Сидеть! Голос! Голос! Молодец! Во! Написала ответы на вопросы, которые могут мне задать. В последнее время сижу в зале, потому что эта комната невероятно атмосферная. Эстетика. Просто... Сейчас повторю перед сном ответ. Вот текст моего проекта, точнее выжимка, вот план моего проекта, вот выжимка, которую я отдам Варе, она мне будет переключать презентацию. Все в бумажках. Это я решила пораньше лечь спать. Ну, чтобы пошло не так. Мне будильник на самом деле на 6:40, чтобы там привести себя в порядок, повторить проект. И в школу мы придем приблизительно за 45 минут до начала самой защиты проекта, чтобы пока я перекину презентацию там на ноутбук, пока я повторю свой проект, в принципе, просто подготовиться к выступлению. Флешку мою драгоценную, вот эту мылипучку не забыть. Вроде бы я рассказала нормально, показала свой проект, ни разу не подглядывая ни стекло, ни земля смотрела, я потому что просто плохо повторила. Ой, все, я готова на миллион. Все, я уже привела себя в порядок, окончательно все повторила и выхожу в школу.
каждом порядке. Начнем с самого интересного – это астрология. До сих пор множество людей начинают свой день с прочтения гороскопа. Да и судя по ответам из зала здесь тоже присутствует немало людей, которые верят в нее и считают астрологию полноценной наукой. Только разница между наукой и лженаукой состоит в том, что наука поддается проверке, а лженаука нет. Ребята, всем доброе утро! Сегодня у нас воскресенье, сейчас 9 часов утра. Сегодня я вместе с родителями поеду на День открытых дверей в университет во Владимире. Просто мы решили то, что этим надо заниматься уже сейчас, в 10 классе, потому что в 11-м мало того, что времени не будет, да и к тому же выбор университета, в котором я буду учиться, это очень важно, это очень долгий процесс, нужно что-то сравнить. Ну, в общем, вы сами знаете, как это трудно, поэтому вот такое сегодня у нас воскресенье. Из моего города до Владимира ехать приблизительно 1,5 часа, это не считая пробок, поэтому сегодня у меня выпадает, получается, все воскресенье, мы приедем. Я надеюсь, мы приедем сегодня часов 5-6 вечера, чтобы я еще какие-то уроки успела сделать, но в машину я с собой беру папку по истории, чтобы повторить теорию. И вот такой вот сборник по русскому языку, как домашка от репетитора, мне она задала сделать полный вариант, поэтому мне надо еще успеть как-то написать сочинение, но это явно не в машине. Вот сейчас покажу свой лук. Сегодня весенний вайб. Поеду в таком вот топике, джинсах, вон Бонни с прогулки пришла, и рубашке. Типа Pinterest. Еще в последнее время люблю делать вот такие вот прически. Мне нравится, как они выглядят. Именно какой-нибудь тугой хвост. Как мама выражается, зализанный. Но мне кажется, это выглядит невероятно красиво и элегантно. Сегодня пойду с хвостом. Обычно делаю пучок, либо заплетаю этот хвост в косичку. Не помню, говорила или нет, но вот это вот Зая из Рая. Наконец-то подстригла. Отстригла свою шерстку зимнюю. Ой.